Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Где купить инфиты и разные криптовалюты? Где безопасный сервер? Где минимальная комиссия? Я тут узнал про некоторые платформы, но особое внимание я выделю в конце ролика. Значит, смотрите-ка. Первая из них — это у нас в разный Vault, такой из кошелек набирайте WMLL, будет у вас Well, и там дальше у вас будет Trills. Это у нас кошелек биткоин. Есть еще мистер Макс, или как там его, мистер Мини Макс, в общем-то называется колесичка. Я еще не выучил, но где-то я забыл про нее. Это тоже такая криптовалюта, где вы можете сохранять и приумножать. Где приумножить деньги для того, чтобы, например, помочь людям, которые сейчас в войне. Сейчас время войны, как я понял, началось. Поэтому это отличный способ. Есть такой сервер по названию Binance, где и гривны доступны, и рубли доступны, для всех доступных. Поэтому если вы с Украины хотите помочь Украине, чтобы она точно не упала, поэтому можете туда входить и все закупать. Ну как все купать, есть там некоторые авторы, которые там предлагают комиссию. Главное, это как будто какая-то лотерея. Да, представьте, что это лотерея. Это минимум, что можете представить, тем самым сможете легче свою жизнь, облегчить ее. Так что дерзайте. Там, кстати, ссылочка будет, думаю, в описании. Вроде бы, если вы по ней переходите, получаете бонусы. Я еще не пробовал. Просто скачал в Play Market. Можно так, можно по ссылочке в описании. Поэтому Binance поможет вам купить и NFT, и разные, и конкурсы, кстати, тоже выиграют, конечно же, самые популярные, самые богатые, но участвовать тоже можно. Всем удачи, всем пока, с вами был Макс Прайм.